Добрый день, уважаемые гости и участники нашего районного мастер-класса. В класс пришел приемный ребенок. Более 50 представителей учебных заведений Ленинского городского округа собрались в зале, чтобы принять участие в серии мастер-классов, объединенных темой адаптации детей из приемных семей в школьном коллективе. Тема эта весьма актуальна. Приемный ребенок, он уже претерпел неблагоприятные условия, потерю своей семьи. Он вырван из своего привычного окружения и, как правило, поступил приемным родителям. Он на новой детской площадке, он среди детей, которых он не знает. Он в семье, к правилам которой еще не привык, и он оказался в школе, одновременно должен адаптироваться к новому классу. То есть количество адаптационных вещей для этого ребенка просто зашкаливает. В класс пришел приемный ребенок. Такое название дали организаторы этому мероприятию. В ходе него специалисты, педагоги-психологи рассказывали о наработках в области коммуникации с детьми из приемных семей. Пригласили и тех, кто может поделиться своим практическим опытом. У Вадима Яприцкого в семье трое приемных. Есть большой опыт в приемном родительстве. Трое приемных детей, один подросток, двое близнецов. Вот сейчас они учатся в третьем классе. Безусловно, есть какие-то трудности, с которыми со стороны родителя, наверное, преподаватели могут узнать другую сторону. Способов раскрыть суть проблем, с которыми может столкнуться ребенок из приемной семьи, использовали множество. Это и демонстрация видеороликов, и мозговые штурмы, и живое общение. Дети приемные, они вдвойне травмированы, они вдвойне не похожи на нас с вами. Они, представьте себе, как будто с другой планеты. Весь процесс организаторы разбили на несколько мастер-классов, они их назвали станциями. На каждой педагоги обсуждали возможные проблемы детей из приемных семей и знакомились с одним из аспектов их решения. Станция «Остров Надежды», она рассчитана на ресурсы для ребенка. Какие ресурсы мы можем разработать и выявить для ребенка? Станция «Формула успеха», она нацелена на ресурсы для учителей и педагогов. А станция «Точка опоры», она рассчитана на помощь родителям. Мероприятие было подготовлено Управлением социального развития Ленинского округа совместно с учебно-методическим образовательным центром города Видное. Максим Козлов, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ.